В 2002 году 129-й детский сад на Московском проспекте приватизировали и продали. В 2002 году все здание детского сада без чьего-либо ведома, без согласования с премьерией было продано все здание. И в 2003 году появились хозяева. Поскольку пойдут судебные тяжбы и ни одной копейки на содержание здания, премьерия не имеет права нам выдавать. Увидели людей в черной форме, в беретах, с автоматами, которые сказали, что они из охранного агентства, их нанял хозяин и попросили нас выйти. Уже 8 человек мы перепроданы. И вот сейчас мы узнали, что, оказывается, наш сад вообще взят под залог нашего сада, взята большая сумма денег Экономбанка, и нас просят освободить, хотя группы заполнены. Местные власти обжаловали в суде продажу детского сада. Мэрия решила, что если проиграет суд, сама выкупит садик. Сад приватизировал некий Василий Мамалига. Затем он заложил его в банк для экономии. Не смог вернуть кредит, и теперь банк требует выставить его на продажу. Дети должны освободить здание. Мы хотим сами купить детский сад, который когда-то был нашим. Сад приватизировали, когда у власти были коммунисты. Они отдали его Мамалиге, отдали банк для экономии. И теперь банк для экономии продает сад с детьми. Нравится такой банк? Поплачь банку. Глава кабинета мэра говорит, что такая ситуация не только в 129-м саду. На следующем заседании мэрии управление образования представит весь список. Анна Смолницкий, Виталий Драголин. Сегодня в Молдове.